Славно, что ты вернулся, правда. Скоро все будет по-прежнему и даже лучше. Ты мне так помог в прошлый раз. Как славно, что ты вернулся, болван. Не слушай его, это твоя машина. И ты получишь ее назад. Приехала новая тачка для Рейзера, правда? Поехали! Я выбью тебя с первого места. Я выбью тебя из списка, а свою тачку ты не получишь. Понял, да? Довольно, Рейзер. Я не понял, откуда столько понта? Быть одной командой. И где второй? Не знаю. Ты хочешь сказать, что упустил самого крутого гонщика? Героя из черного списка? Нет больше списка. Забудь. Отправь, пожалуйста, все машины за оставшимся. Вообще все? Ты единой! Спасибо за помощь! Операция «Черный список» успешно завершена.
В случае добровольной сдачи, ваш приговор, как и условлено, будет смягчен. Удачи! Внимание, важное сообщение. В вагоне присвоен статус 5. Внимание, руководство погони берет на себя полиция штата. Ваш номер нам известен. Ваши приметы записаны. Вам не уйти. Давайте добровольно. Прижмитесь к обочине. Я постараюсь толкнуть его. Он на набережной. За улицу, Коломандров. Внимание! Я выхожу из дела. Управление дорогли. Вам тут неохота, чтобы я свалился вам на головы. Вижу нарушителя. Нужны новые машины. У нас один выбыл. Диспетчер, машин не хватает. Он тут творит черти что. Принято. Экстра 5. Зулу на вашей частоте. Уже едут. Не могу засечь его. Отбой. Нет, снова вижу стрелки. Повреждена патрульная машина. 10.42, ты заходи с этой стороны, а я с той. Пробился через заграждение. Раскочил. Код 3, продолжаем. Участники погони, внимание. Сливать заграждение с этой. Код 6, столкновение, блокируем. Общая тревога. Код 1033. Все, кто меня слышит, сюда. Вас поняли. Диспетчер, разберемся. Черт, он нас опять сделал. Сейчас вытолкну его с дороги. До связи. Пробуем еще раз. Теперь ставьте шипы. 10.42. Блокируй. Я зайду с той стороны. Не могу его обойти. Что делать? Прием. Внимание всем. 10.67 слева. Внимание! На такой скорости машина может потерять сцепление с трассой. Будьте осторожны. Ладно, окончаем с этим. 2-4, всем. Мы стоим в заграждении. Он на стоянке пытается оторваться. Он врезался в машины. Не отставать. Переходим к плану Б. Внимание всем на среднем ряду шипы. Будьте готовы провести задержание. Это Зулу 5-1. Доложите обстановку. Шипы
Готовим бомбы. Объект уходит. Не вешай трубку. Укрытие засвечено. Все до одного. Не суйся туда. Дуй к старому мосту. Ты быстрый, ты успеешь. Больше бежать некуда. Теперь быстро собрались в коробочку и прижали этого пирата. Внимание всем постам! Все свободные машины в мой квадрат! Так точно, экстрей 9. Подкрепление уже выехало. Надеюсь, его удастся остановить. Попробую опуститься прямо перед ним. Вряд ли прорвется.